Самые влиятельные промышленники региона ждут встречи с губернатором. Серьезных гостей пригласили в лучший зал правительства. Валерий Радаев подписывает соглашение о сотрудничестве с крупными предприятиями области. Ежегодный доход каждого не менее миллиарда. Какие на пути у нас не возникали трудности, мы сумели их совместно разрешить, сумели их совместно локализовать. Помню об одном, что за всем этим стоят жители Саратовской области. В первую очередь этот договор поможет властям решить финансовые проблемы региона. Подпись в соглашении – это обязательство увеличивать количество рабочих мест, повышать сотрудникам заработную плату. На такие условия согласились заводы «Корпус», «Газпроммаш», «Саратовдизельаппарат», «Вольскцемент». Всего 16 предприятий. Там прописывается в том числе и социальная ответственность. То есть какой вклад то или иное предприятие еще возьмет на себя, то есть какую обязанность возьмет на себя дополнительно. Сделать ремонт в каком-то детском саду там, или еще что-то. Вот эта вся конкретика, она также проговаривается. Предприятия строительной отрасли, помимо прочего, обязуются возводить социальное жилье и производить для него дешевые стройматериалы. Правительство существует. Проблемы, и на это никогда не хватит никакого бюджета. То есть для этого существует данное соглашение. Мы уже на протяжении многих лет, с самого начала, как это родилось, участвуем в этом. То есть это подразумевает определенное финансирование, целевое, на непредвиденные такие цели. Подобное подписание соглашений с правительством области проходит ежегодно. Меняются лишь списки предприятий миллиардеров. Но не только эти 16 участников обязуются сотрудничать с властью. Еще около сотни менее крупных предприятий подпишут соглашение, но уже в менее торжественной обстановке. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.